Всем привет, друзья! С вами Артём, и мы продолжаем играть в DayZ Standalone. Так, ну что, надо опустить топор. В прошлой серии мы пришли в электрозаводск для того, чтобы немножко полутаться. Ну и, в принципе, этим мы и занимаемся. Здесь мы сейчас находимся на технической зоне. Вот. У нас меркается или, наоборот, рассвет, никак не пойму. Только зашел. Вот, но небо красивое, звездное, замечательное. Так, ну что... так, немножечко сервер у нас подтупливает. Ну, именно сервер, ребят, не переживайте. Так, и идем, значит, мы рыскать дальше в поисках лута. В принципе, здесь мы уже проходили. Ух, какие тут пролаги сервера. Просто у вас, наверное, это не будет на бандикаме видно. А у меня персонаж иногда скачет. Так, что у нас здесь? Вот здесь у нас это гвозди. Так, это что? Не, ну хорошо, конечно, так поставить предмет, чтобы его взять нельзя было. Это, конечно, зачет. Это, конечно, плюс. О, рюкзак, отлично. Да еще и со всякими штуками. Так, давайте сделаем, положим тогда топор сюда, на цифру 3. И, соответственно, возьмем его в руки. Отлично. Все, теперь у нас топор не будет выпадать. У нас есть школьный рюкзачок. И это прекрасно, друзья. И это прекрасно. Кстати, у нас есть воки-токи. Попробуем кого-нибудь, если батареечку найдем, попробуем кого-нибудь выцепить, да, на воки-токи. Так, там зомбяка ходит. Ну, давайте пройдем здесь тогда. Ну, уже радует то, что мы нашли с вами... Так, здесь нет нигде прохода. Мы нашли с вами рюкзачок, это хорошо. Так, здесь можно... так. Нарубить всяких штук. Бери топор в руки. Топор в руках должен быть всегда. Топор в руках должен быть всегда. Так. Сейчас мы, чтобы зомбяк нас там не запалил, немножечко прокрадемся, друзья, прокрадемся. Блин. Как-то не очень хорошо открылась дверь, потому что надо зайти в магаз. Давай вот тут пробежим. Я надеюсь, что нас не заметил. Так, что тут у нас есть? Так, пока ничего не вижу. А, наверху что-то лежит. Еще одна воки-токи без... Нормальный топор большой. Мы обязательно поменяем. Ага, я, наверное, не смогу его взять, да? Свап. Вот так. Вот. Топор взяли и в руки. Так, давайте его тоже, его на цифру 3 поставим. Поменяем. Потому что этот топор получше. Подлиннее. Так. Больше ничего вроде не вижу. Маленький школьный рюкзачок. Так, поглядываем на зомбака. Здесь вроде ничего. Здесь на полках тоже. Окей. Так, а мы можем вылезти через дальнее окно? Оп, нормально. Здесь мы вылезли. Где-то еще рычит поблизости. Так, ну нам надо зайти в магазин. Вот в этот маленький продуктовый. Может быть, здесь есть чем поживиться. Дверь не открывается.
Ну, кстати, интересно то, что вы поставили такой магаз. Так, ладно, давайте. Где-то здесь вообще рядом-рядом. Давайте машину полутаем. Где-то они тут ходят, ребята. По-моему, даже не один. Ага, темнеет, ребят, темнеет, по-моему. Ничего нет в багажнике, не? Так. Здесь тоже ничего нет. Здесь есть топор. Лежит. А вон он, зомби, ходит. Ну, вроде бы ничего не видит. У нас, ну, ничего страшного. Сейчас мы зайдем. Так, еще там. Зомбяка. Он довольно далеко. Так. Кажется, с той стороны что-то лежит. Нет, просто показалось. Ничего нет. Тогда идем сюда. Так, здесь адреналин. Да. Эпинефрин. Аллергия. Так. От аллергических всяких реакции. Ну, тоже хорошо. Так, медикаменты — это, в принципе, всегда хорошо. Так, ну что? Что здесь у нас? Таблетки для очистки воды. Медицинский халат, да? Угу. Так. А можно медицинский халат? А только свапнуть можно. Я, говорит, капец как голоден. Я говорю, окей, братюнь, я понял тебя. Так, морфин, да? Морфин заберем. Так, здесь что? Медицинские тряпки. Парамедика, штаны. Так, это что? Жакет. Так, а вместо чего? Вместо футболки. А ее можно как-то одеть, нет? Нет, меня это не устраивает. Так. Свапни. Вот. А, это лучше. Это мы сюда, это сюда, это сюда. И на тряпочки. Так, а это мы комбинируем. Так, из шести тряпок, по-моему, можно сделать веревку. Да, и шесть, если что, нам нужна будет веревка, мы можем ее сделать. Так. А. Что это? Медицинская шапка, что ли, или что? Я не пойму. Ну, да ладно, оставим. Не совсем понятно. Описание не на русском, и немножечко переводить лень. Так. Взяли мы топор. Посмотрим, что там есть еще у нас.
Подразумеваем, что он заряжен только пистолет. Ну что, сходим в пожарку, да? Сходим в пожарку, друзья, посмотрим, что там у нас. Так, где у нас здесь спуск? Вон там. Конечно, мы не все просмотрели, но как бы сейчас для нас не это главное. Так. С едой, я думаю, мы разберемся. Как же темно, друзья, как же темно, не видно ни черта. Так, зайти нельзя. Так, куча одежды. Штаны на 4 слота. Пожарные. Штаны. Куртёх на 6 слотов. Нормально. Да еще и престиновская. Так. Школьник-пожарник, да, друзья? Пожарный топор, он лучше. Это я вам точно говорю. Пожарный топор, это крутяк всегда. Так, где он? Меняем. На цифру 3 ставим. Пожарный топор, это всегда хорошо. Шапка пожарника. Так. Damage. Ну, давайте оденем. Ну, блин, желтая. Нет, желтую не хочу, но слишком видно мне будет. Fire pants. Это что тут лежит? Топоры прям лежат тут, эгегей. То есть, ребят, нужен топор, идите в пожарку. Так. Все, пора искать пожрать. Пора искать пожрать, парни. И девчонки, все, кто смотрит. Так. Где бы хочется прям найти место, в котором действительно можно было бы что-то найти точно. Так. Ботинки. А у нас что, ботинка? Ворновские такие, да? Ну что, к многоэтажкам, наверное, давайте дойдем. Так. Один он тут. Так, вроде ничего. Вроде ничего. Так. Видите, топор нормально справляется. Так, здесь у нас что? Так, так, так. Вот знаете, сейчас хочется включить какой-нибудь налобный фонарь, но... К сожалению, я специально яркость, ребят, не выкручиваю, а то скажете, о, выкрути яркость, будет легче. Это не совсем честно. Так, тут ничего нет. Да. Это вообще тьма.
Так. Упанек в многоэтажку. Может быть, там мы найдем что-нибудь перекусить. В принципе, вон красный дом. Все равно одни из самых лутабельных, они как были, дома так и остались. То есть новые они. О. Так, курочка. Пойдемте мы чеканем курочку. Она за забором была, да? Надо запомнить, возле многоэтажек, в общем, за забором курица ходит. Если что, попробуем ее тогда оприходовать. Вон луна. Красивая луна, кстати. Просто еще надо разобраться, конечно, с костром. Чем его зажигать? Так, по-моему, здесь ничего нет, да? Ничего не видно. Вот, вот. ДЗ такой, ДЗ. Кастрюля, в кастрюле ничего нет. Так, ну это технологические здания дальше. Тут что? Ну, что-нибудь покушать бы, а? Хоть что-нибудь бы поесть. Вот тут с лутом, конечно, проблема. Так. Курочка, тихо. Да что такое? Так, какая-то странная курочка. Она, видать, в текстурах, что ли, получилась. Ладно. Тут была еще одна. Так, иди сюда, кура, цыпа-цыпа. Вон она. Так. А как мне ее разделать-то? Во! Есть. Фу, напряжение сработало. Вот это да, вы видели, зомбарь? Так, ладно. Тогда нам нужно найти нож. Для этого нам нужен камень. Так, надо запомнить. Возле красного дома две курицы. Блин, ну, короче, суть в том, что я так понимаю, что топором разделать курицу нельзя, да? Ну, ладно.
Ладно, DayZ. Договорились. Благо, хоть топором можно открыть. И опять же, да, то есть нельзя, допустим, нож сделать здесь. Так, зомбаки орут. Так, ну хоть что-нибудь, нет? От голода сдохнуть, ну это стрёмно. Так. Так, окей, ладно, бежим туда, ищем камень. Ищем булыжник. Нам тупо нужно поднять камень. О, ребят, у меня начали сверлить. Я надеюсь, вам не слышно, потому что... Это впервые. А, нет, это не сверлить. Да, сверлить. Прошу прощения, это сверлить. Начали. Вот камень. Так, а я кулаками здесь выбью камень, не? А такой булыжник. Ух, сверлят-то как, друзья мои. Оп. Search for stone. Ты, говорит, ничего не нашел. Ладно. Ищи камень. Ищи камень. Так. Нифига себе. Вот смотрите, сколько камней. Неужели он не может найти себе камень? О боже мой, прекрати сверлить, человек. Что-то прекрати сверлить. Опять я ничего не нашел. You have no found anything. Я такой везучий, что даже на каменистой почве я не могу найти камень. А, я нашел. Надо же. Стоило сказать, что я везучий, и все ок. Так. Ну где он? Куда он упал? Камень. Ты, говоришь, что-то нашел. Ну и что? You have found something. И? А, вот он. Окей. Окей. А вот. Crafted knife. Так, окей. Сделали нож. Каменный нож, это всегда хорошо. Отличненько. Так, есть у нас нож каменный. И бежим, значит, мы курочек разделывать каменным ножом. Так, смотрите, далее надо будет сделать, может быть, огниво какое-то или что-то такое. Может быть, это камень и ветка. Может быть, получится огниво. Так, вон у того красного дома все было. Бежим, бежим, бежим.
Так, зомбаки спокойнее. Спокойнее, мужики. Так. Только не говорить, что курочка исчезла. Вон, на рельсах он лежит, точно вижу. Просто там темная, я ее не вижу. Так. Разделать тушку. Отлично, два кусочка есть. Где же вторая курица-то? Может быть, дальше? Да, вон она лежит. Так, отлично. Уходим. Сейчас посмотрим. Ага, нормально, мы еще живем. Так, ну, в принципе, более-менее все обошлось, как говорится. Сейчас главное до леса добраться. Так, допрыгай ты уже. До леса доберемся. Да господи, как ты задолбал сверлить. Человек-сосед. Ну почему, когда я снимаю... Пока я снимаю другие игры, никогда не было сверления. Я начал снимать DZ. Сверлим, братья. Так. И надо, конечно же, найти нам... Что нам нужно найти? Нам нужно найти, где попить. Все-таки вода тоже необходима. Так. Давайте вот сюда. Давайте посмотрим, что с по инвентарю. А, с инвентарем попа. Ну, ладно, это мы, я думаю, разберемся. Так. Чоп фаервуд. Я дерево срубил. А толку? А толку? Лонгстик как... Блин. Кстати, по поводу лонгстика. Камени нет? На землю. Вот они. Дрова. Сколько они занимают? 4, да? Они комбайнятся, не? Так, комбайнятся. Так, 4. Что мы можем пока положить на землю? Это. Кишки эти положим. Камень сюда. Так. Косточки пока выложим. Так, сюда. Сюда. Так. Значит, берем дровишки. Так.
Что же? Как же костер-то делается здесь? Кто помнит? Кто помнит, друзья, как делать костер? Так. Сюда. Так, разрубить на эти. Тогда мы вот так сделаем. Сплит. Это мы разрубим на деревянной палке. Так, деревянной палки никак не крафтится, да? Так, ну-ка. Вот у меня уже старвин. Так, это плохо. Блин, как же тут это делалось-то, а? Свап. Так. Так, стик. Сейчас мы подожди, где? Сюда. Сплит, инспект. Топливо для костра. Да понятно, тут как бы как костер-то сделать. Вот в чем проблема. Так. По идее, там же все просто было. Сейчас, ребят, я подумаю. Секундочку. Вот это надо же было. Так, друзья, ну я, в принципе, честно скажу, подсмотрел, оказывается, этот нужно было. Так. Факел? Ёперный театр, не факел нам нужен. Так. Крафт фаерплейс нам нужен, вот. Фаерплейс. В него мы... Так, фаерплейс мы поставили. Так, теперь давайте попробуем взять камень в руку. Я не знаю, получится у нас или нет. Так, дровишки мы сюда положим. Где у нас костер-то? Господи. Так. Куда костер делся? Во как оно? Все, шеф, все пропал, что ли? А вот он. Так. А вот развести костер мне, наверное, не удастся, поэтому я, пожалуй, съем, чтобы не сдохнуть, сырого мяса. Так, I'm starving все равно. Нет, тут уже hungry. Так. Fireplace. Как же разжечь fireplace? Search wooden stick. Так. А зажечь его камнем никак нельзя. Так, ребят, сейчас еще одну секунду. Мы узнаем, смогу ли я все-таки разжечь его как-то. Кстати, вы тоже напишите в комментариях, если вдруг я не найду. Кора, ребят, я забыл про кору. Совсем забыл про кору. Нужна кора. А кора, я просто посмотрел, что можно сделать кору. Так. Вот она, барк, по-моему. Ну, кору собрал. Да, есть кора. Идем обратно к костру нашему. Да, господи, встань ты. Так, где он? Кора.
И вот у нас огниво получилось вот такое. Так, мы его вот так. Так. Это firewood. Так, теперь мы это берем в руки. Так, знаете, что еще нужно? Нужна нам палочка, наверное. Или нет, давайте так попробуем пожарить в костре. Так. Конечно, опасно, если нас, конечно, тут примут. Вот, костер разгорелся. Так, отлично. Теперь главное следить, ребят, чтобы мы с вами не попали с приготовленным мясом. Надо, необходимо будет его обязательно забрать. Так, отлично, что вот эта штука теперь есть. Это теперь мы всегда сможем разжигать костер и, в принципе, питаться. Осталась проблема только воды. Так. Заберем пока вот это. Факел, я не знаю, нам нужен, не нужен. Ну, возьмем. В принципе, его можно зажечь. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Палочки. Палочки. А палочки мы не возьмем никуда. Вот дровишки здесь есть. Вот это хорошо. Так, дровишки. Вот это выкинем. И вот это переместим. Это сюда. Это дровишки, чтобы подкинуть в огонь. Так. Как-то странно оно не жарится. Давайте возьмем одну палку в руки. Так. И начнем жарить. Бросим пока сюда дров. Так, ну ждем, друзья, да? Ждем, когда пожарится, изменится картинка, и мы, соответственно, сможем поесть. О, я заболел! А заболел я из-за сырого мяса, ребят. Это 100%. Ну ничего, больничка есть, в принципе, можно будет сходить потом. Так, готово. Да. Короче, это все без толку. Только на палках. Нельзя в костер кидать. Нельзя кидать в костер, друзья. О, в темноту бежал. Так, сейчас он привыкнет. Так. А где здесь курочку бы еще найти? Это же надо так облажаться. Заруинить просто так. Здесь курица рядом, кстати, кудахтала. Вот, так что, возможно, где-то. Да господи.
Да, вот такие вот основы выживания, ребят. Вспоминать приходится все. Ну, пожалуйста, ну, курочка, вот где-то здесь. Так. Где тут кудахчет? Вот она. Так, отлично. С одного удара. Так, нож каменный. Нож каменный, каменный нож. Где наш нож? А где наш нож? Так. Ножа нет. А где он? Ё-моё. Я так потеряю. Так, ладно. О, нормально, тут можно. Задача благо, я камень взял, да, друзья? Так. Тут еще курица ходит, но это потом. Так. Угу. Сюда палку забираем, чтобы нам не мучиться. И идем к огню. Да иди ты, господи, что ты? Так, фаерплейс у нас погас, ёперный театр. Что мне так везет? Так, палку положим. Так, это в руки. А, нам нужно что-нибудь, чтобы разжечь огонь. Ладно. Это не страшно. Ух, ребята, я намучился в этой серии. Так, палку в руки. Мясо. Так. Ну, давай уже, готовься. Так, вот оно разогрело, сейчас начнет портиться, по идее. Жарко у нас персонажу, ну, у костра сидим, конечно. Так. Ну давай уже, готовься. Так. Ну, теперь я буду знать.
Так, отлично. Следующий кусочек. Два кусочка мяса сейчас мы съедим, и справа еще курица ходит. Не, ну эпинефрин, конечно, принять бы хорошо от болезни, но я боюсь, что не очень все будет хорошо с ним. Потому что у нас пищевое отравление, причем тут эпинефрин. Ну, это ДЗ. В принципе, можно попробовать. Так, ты готовишь? Готовишь. Нормально. Так, ну что, сейчас мы покушаем спокойно. Так. Ну где же? Курица это кудахчет. Вот, сёк. Так, ну и давайте поедим. А, я без сознания? Я так хотел кушать и упал без сознания? What the... А! Мне прям даже интересно, от чего это произошло? От чего я упал в бессознанку? От голода? Я ел, я начал есть, я прям... Вкусненькая курочка. Интересно, я приду в себя? Давайте подумаем, приду я в себя или нет, друзья. Подождем. Это прям даже интересно. Админ сервер. Их вольден сервер андестюсин. Шетим тестю вербе. Хорошо. Если сервер не отвечает, свяжитесь со мной, я так понимаю, на TeamSpeak 3. В немецком не шарю, может быть, не так. Так, ну что, друзья, в принципе, на этом все тогда получается. Глупость какая-то получилась. Начал кушать, упал в обморок и я так понимаю, помер. Может быть, конечно, меня убили. Ну, я выстрела не слышал, вы, наверное, тоже. Вот, соответственно, черт его знает, что произошло. Так что, друзья, с вами был Артем, до новых встреч. Не голодайте в этой игре. В принципе, как все сделать, я вам показал. Основу выживания продолжать будем, если будет приличное количество просмотров и лайков. До новых встреч, друзья. Пока-пока.